Рамиль Салямов ежедневно проезжает по этой дороге. И, как признается мужчина, это настоящее испытание для его машины. Полотно усыпано ямами, и можно легко повредить колесо, застряв в одной из них. К тому же в вечернее время их не видно, фонарей здесь также нет. Ходовая беспокоит по этим дорогам ездить. Вот так освещения нету уж на этой дороге. Вечерами очень опасно. Вот здесь, как мы в дом заходим, там уж аварийной ситуации много было. Из-за освещения, из-за неровности дороги, как бы не справляемся с управлением. Бывают такие моменты. Водители на этом участке дороги часто попадают колесом в сюрприз, в выбоину или яму. Тем более, что вечером в темноте, а также есть и на дороге лужа, ям не видно. Проблемы, то, что приходится иногда на встречную полосу выезжать. Ну и ремонт машины, уже ходовой, уже в этом году 2 раза сделал, как вот начались ямы. Водой залитый было, я поймал, ну куда уж ходить, ну надо было судиться, конечно. Но вот таких ям сейчас без воды, но все равно ночью же этим поймать можно. Но плохие состояния. Весной, ну сезон сейчас такой, но почему-то не начинают эти заплатки делать. В администрации города сообщили, что еще на прошлой неделе был проведен аварийно-ямочный ремонт дороги и по улице Аэродромная на участке от улицы Гостева до Сарманского тракта. В целом же разработана проектно-сметная документация по реконструкции данной дороги. Проектом предусмотрено расширение дороги до 4 полос, строительство тротуаров и устройство наружного освещения. Реконструкция будет выполнена при выделении соответствующего финансирования. Азиля Шаймухаметова, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ.